Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily. Сегодня 1 апреля, Международный день юмора. И в этот день мы желаем вам, чтобы вас считали хорошим шутником, а не плохим клоуном. А теперь к совершенно серьезным новостям об обновлении Skype для Windows 8, о революционной серии гаджетов от Sony, о результатах переговоров между Google и Microsoft и о роботах, помогающих кроликам. Обновление Skype для Windows 8 до версии 1.6 теперь позволит вам полностью блокировать все нежелательные контакты и, более того, даже жаловаться на неугодных собеседников. Кроме того, исправлены пара мелких багов, включая проблемы с отображением видео при переключении камер, а также увеличена скорость работы приложения. Это полезное обновление уже сейчас доступно в Windows Store. Японский гигант Sony выходит на принципиально новый рынок электронных устройств. Если вашему коту было неудобно слушать музыку в наушниках или вашему псу не нравилось трехцветное изображение на мониторе, то все эти проблемы поможет решить серия устройств Animalia. Наушники M3OW, предназначенные для кошек, имеют специальный индикатор, показывающий, слушает ли кошка музыку, чтобы вы зря ее не звали. Другое устройство, небольшой телевизор K9 4K, имеет калибровку с убавленными зелеными и красными тонами и разрешение 4000 на 2000 пикселей для более комфортного просмотра телепередач вашей собакой. Кроме того, в комплекте к нему идут колонки, поддерживающие революционную технологию 54.2 Surround Sound. Достигнет ли Sony успеха на новом рынке и получит ли развитие гаджеты для животных, станет понятно по первым результатам продаж. В пятницу вечером прошли крупномасштабные переговоры между Microsoft и Google по поводу будущего платформы Windows 8. Эта новость звучит крайне необычно для тех, кто не знаком с результатами продаж последней операционной системы Microsoft. А эти результаты удручают. Динамика продаж Windows 8 даже хуже, чем у провальной Windows Vista. Именно поэтому компания Билла Гейтса решила отказаться от поддержки недавно выпущенной ОС и договорилась с Google об обновлении всех устройств с Windows 8 до Android 4.2 в течение 2013 года. Однако владельцам устройств с операционной системой от Microsoft не стоит паниковать. Все приложения, купленные для Windows 8, будут перенесены на Android. Кроме того, для Android выпустят специальную визуальную тему, имитирующую интерфейс Windows 8. Стоимость сделки пока держится в секрете. А теперь забавная новость прямиком из лаборатории искусственного интеллекта Цюрихского университета. Там были созданы роботы Parrot AR, Drone и Kuka U-Bot для того, чтобы помочь найти все пасхальные яйца, растерянные не менее пасхальным кроликом. Кроме шуток, но эти роботы совместно выполняют довольно технически сложную задачу по перевозке кролика, что ранее не удавалось сделать роботам, разработанным конструкторами Санкт-Петербургского НИИ робототехники и технической кибернетики. Хотя, по правде говоря, они и не пытались этого сделать. А у нас на сегодня все. Удачи вам и старайтесь шутить так, чтобы над вашими шутками смеялись не только вы один.